Чё как, зрители, это Гагатун, Юзя, Хитман, мы играем мультиплеер, я всегда хочу сказать Modern Warfare, я не могу с вами ничего понять. Но это Black Ops! Это Black Ops 2! Сучки, я первым! Смотрите, какая красивая карта, может, стоит ли нам куда-то идти? Большую яму упасть. Я мщу, я взял себе очередной неизвестный мне автомат и пытаюсь им хоть кого-то убить. Ау. Потому что до этого моя попытка не увенчалась успехом. Я просто сяду в большой дом и буду okay. здесь отстреливаться. Хорошая идея, бро. I like your style, man. Сидеть и отсиживаться и стрелять. Ау. Это же вин тактик, вин тактик. Окей, меня убили. А вы забыли, что здесь, когда вы бежите? Да, да, да. Окей. Сейчас нормально так идем. Гагатун, прибеги на Ctrl, нажимай. Да. Я не буду дельфинчиком, я буду ходить и убивать всех просто так. А я люблю дельфинчиком, это... Ау, я умер. Ну вот. Лагает! В общем, игра идет. Слишком поздно, чтобы комментировать это весело, на самом деле. Да-да. Было слишком поздно, чтобы комментировать это весело, поэтому мы стреляли как могли и молчали. Мне все так же не нравится, что когда ты дельфинчиком нельзя... Твою мать! Я, короче, выпрыгиваю из одной комнаты, где сейчас граната взорвется и в пропасть прямо. Из окна выпрыгнул дельфинчик, а достал. Гравитация, вин. Вау, дельфинчик прыгнул, убил. Нет, гравитация король, потому что... Окей, да, дельфинчик это круто, но... Мы так просто. Опасно! Мы на одном дельфинчике потеряли друзей больше, чем за всю войну, мне кажется. Смотри, Хитман, вернись обратно. Блять, я сдох. Что? Блять. Сейчас я прибегу к тебе. Так, я не знаю карта, я не знаю, откуда они вылезут. Они оттуда вылезут. Карты прикольные, да. Смотри, Хитман. Чувак сам меня ждал, я его ждал, он меня ждал. Что случилось? Это было еще смешнее, чем ты, наверное, хотел показать. Ты просто ушел туда. Окей. А, сучка! Где все? Тут камни есть такие, как тут такие камни, вот знаешь, когда стоишь за врагом бежишь, начинаешь по кругу бегать. И короче, такие ситуации забавно бывают, то не поймешь, бежит он по кругу, нет? Все, это посмотри повторно, засними, как ты бегал три круга. Нет, до этого было, но тут как бы меня обманули. Тут наоборот, ты стал думать, сейчас побегаю вместе с ним, он взял тебя и сразу убил. Да-да, в обратную сторону побежал. Не, я побежал в обратную сторону, он тоже в обратную, потом опять в обратную, и короче, ничего не вышло. По нам вертушка стреляет или... Да, это... О, нет, я думал, тут пропасть. А, нет, тут не пропасть, тут мор. Так, я прошел. О, нет, не надо меня пугать, я же тут иду. Ой! Ах ты ж! Вот когда надо было испугаться, я был не готов, потому что я уже испугался. Был какой-то чувак с огромным пулеметом ходит. Это норма. Это нет. Блять, их было трое. У меня автомат звук хороший, вот что меня радует. На тебе ножом. What the fuck? Клёво. Так, я сейчас на... Ух ты, тут лестница. Но эта карта хорошая. I like it. Тут пока тут, половина карты. Тут можно включать. Попрыгать, как мартышка. Я люблю прыгать, как мартышка. По картам. Прыгай, как мартышка, резать ножом. О, вектор. Нет, не вектор. Вектор, возьми. Блин! Пока подбирал вектор, сдох. Они знали, что это как бы моя слабая черта, что я люблю векторы. Стал подбирать и меня убили. А я его подобрал просто. Посмотрел, как ты его пытался. А, у меня в задницу расстреляли пулеметом, походу. Нет. Был мой автомат. Мой стиль. Мои правила. Какой у меня сейчас? У меня сейчас 9-8. Он смог от мина отпрыгнуть. Нужно срочно менять ситуацию. Нужно срочно начинать выигрывать. Я, короче, буду снайперить тупо с вышки, вот и все. А мы и так выигрываем, не? Нет, надо выигрывать сильнее. Блять, украли! Да факинг! Туда чапар. Ну, ребята, ну нельзя так меня убивать в спину. Я не люблю, когда меня убивают в спину. Хватит убивать меня в спину. Вот я убил. Чё за? Убил. Радар какой-то странный, убил кого-то, то сразу же показывает еще одного человека. Кто, я? А я чё, я его убил? Смотри, он труп. Я паркурю. Атафак, они прыгают как мартышки, реально. Что за хуйня? Гарри, местность позволяет прыгать как мартышки, почему нет? Я с пистолет-пулемета лонгшоты ставлю, это, по-моему, это ненормально. А здесь нельзя лежать, прыгаем, палим. Тут нельзя лежать. Уя!
Макс! Офигенно. Это плохая территория. Ну, пока, я, кстати, пока перед врагом не стою. А фрукты тут, фрукты тут говно. Блять, жалко, не мой килл показали, у меня там такой эпик творился. А я в плюсе закончил, вот такой был веселый раунд. Я тоже в плюсе. Сонного Call of Duty. И что это такое? Ну и что это да? Как бы Слендер описал ситуацию, как это выглядело. Тут токены за каждый уровень по токену дают? Да. А когда токены кончатся, что делать?